Плов, самса, китайские пельмени. Угощение на любой вкус. Студенты Алтайского госуниверситета из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая празднуют Навруз, Новый год и приход весны по солнечному календарю. Иностранные студенты из азиатских стран, а их в классическом вузе больше 2000, облачаются в национальные одежды, встают за плиту и хвастаются кулинарным мастерством. У китайцев есть очень вкусное блюдо, называется хоба. Туда готовится специальный соус, в который бульон, и в него добавляется все, что ты хочешь. Можно и морепродукты, и мясо, и зелень, все что угодно. А иностранцы что больше всего любят из русского? Борщ. Борщ. Да, и окрошку. Обмениваются блюдами, культурным опытом. Так и живут и учатся иностранные студенты вместе с российскими в Барнауле. А праздники, такие как Навруз, делают их ближе. Как вы видите, все на позитиве, все такие веселые, красивые, всем это очень приятно. Площадку для празднования Навруза в очередной раз предоставил классический университет. Здесь его отмечают с 2015 года. В пандемийное время Навруз проводился, но в более скромном формате. В этом году с размахом возобновился. В те годы, когда действовали эпидемиологические ограничения, мы проводили этот праздник несколько скромнее. Мы встречались по возможности на улице, на открытом воздухе, в студгородке. Но это тоже было достаточно весело и широко. Сегодня мы наконец-то вернулись к обычному формату. Уникальная особенность этого праздника в том, что он не имеет ярко выраженной национальной и тем более религиозной окраски. Это общий праздник многих народов. Сытный обед и большой праздничный концерт. Поют и танцуют не только на сцене. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.